Бабочка! Дайте приз! Ебать! Откуда? Ты просто мажор! Здарова всем, ребята! Кента пока на проводе. И прямо сегодня мы увидим реакцию школьника на керамбит голд и нож бабочку. Ну, пожалуйста, кто себе хочет нож бабочку, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все, ребята, с вас лайк и подписка, а мы начинаем. Здорово, охотники! Слышишь, это тупо мужик какой-то в костюме собаки. Это мы, короче, в телевизоре. О, наконец-то! Да-да, это канал Будкин Плей. Парень реально старается, у него очень крутой канал, очень харизматично ведет, он обозревает различные игрушки, играет в разные хорроры. Короче, я сам угораю, поэтому я подписался, поставил колокольчик. Советую вам сделать то же самое. Ссылочка, сами знаете где, снизу. Здорово, Школотан, шо вам? Дети лжи ваши. Какие? Наврали, что ли, а? Не-не-не, мы никогда не врём. А чё, хочешь увидеть их? А ну, давай, на А. Окей, давай, только не стреляй. Смотри, первый нож это мой. Ты готов его увидеть? Давай. Опа-па! Еба, откуда? Чтоб тебе! Еба, откуда? Чтоб мне мама братанчик, убила. Подожди, смотри, братанчик, покажи ему. Давай. Ебать, бабочка! Дайте, плиз, дайте, я вас прошу. Ой-ой-ой, а ты хочешь получить наши два ножа? Да. На что ты готов ради них? Не знаю уже, на все. Окей, давай так, если ты меня выиграешь в дуэли, то я тебе дарю свой нож и нож моего друга. Давай. Так, погнали, мой уважаемый друг, переходи, пожалуйста, в спектаторы. Прямо сейчас мы подуэлимся против Рекзоса и покажем ему, кто тут папочка! И первый раунд я победил. Ты просто мажор, донатер! Ну, Бло, я сейчас унижу тебя! Давай, унижай, братик. Че, давай играем только А. Давай до 5. Я уже выиграю 1-0. Давай, ну что, ты готов? Давай. Сейчас мы узнаем, кто за снубик. Ой! Убил через прострел. Ой-ой-ой, ты что, проклинаешь там? Да блин, не надо, ты че такой злой? Всего лишь 2-0, подумаешь. Я сейчас подрублю, я тебе говорю. Что подрубишь? Маму подрубишь? Читы сейчас! Да какие читы? Ты себя видел в зеркало? Все, я подрубил. А, ты с читами играешь. Ну давай. Супер. Ой. Так, ты чё такой злой? Ножи хочу выиграть! Сильно хочешь? Да, очень. А какой нож хочешь больше? Нож бабочку или керамбит голд? Даже два хочу. Два ножа хочешь? Слышишь? Фига себе, ты губу раскатал. Я хочу сейчас. Ну окей. Бой. Если выиграешь, то два ножа твои. Блин, вот это я рак. Ой. Блин! Эх. Ты был как настоящий воин, но, увы, ты умер. Твоя мама знает то, что ты материшься? Нет, слава богу. Ты не говоришь об этом, да? Нет. Нормально. Так, ну чё, давай, 4-0, я побеждаю. Ну где, как обычно, а? Так, а ну-ка. Давай, иди сюда, мой сладенький пирожочек. Ты проиграл! Пожалуйста! Чего? Я уже расплакался! Ну дай ножи! То есть вначале ты меня обзывал, материл, а теперь ты плачешь, да? Ну извини, ну пожалуйста! Не хотел, дай ножи! Да как не хотел? Ты меня взял, тупо обозвал! Окей, давай так. Прямо сейчас мы с тобой дуэлимся на ножах. Если ты меня в этом раунде выиграешь, я тебе подарю керамид голд и нож бабочку. Давай! Хорошо, давай. Сейчас тебя... Я тебе дам еще один шанс. Иди сюда, пирожочек. Давай, но главное не плачь, как в прошлом раунде, окей? Хорошо. Ой!
Блин, ну все. Но тут без вариантов. Слышь, малой, у меня для тебя есть одна очень важная новость. Какая? Скажи привет, YouTube. Какой нахрен YouTube? У меня друг хакер, он тебе по IP выследит. По IP? Откажи, отдай, блин. Я понял, ладно, все, давай тогда, давай. В общем, ребятки, вот такое вот вышло видео. Если вам понравилась реакция этого школьника, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кент, пока, всем удачи и всем пока.